Гуманитарная помощь в пункт сбора поступает в ежедневном режиме, в том числе от пенсионеров. Пожилые люди приобретают для мобилизованных в основном одежду, наборы военной формы, флисовое белье, теплые носки, перчатки и вместе с вещами передают свои пожелания. В каждую пару перчаток положила календарик поздравления с Новым годом, на котором на каждом календарике кролик, год кролика. И написала такие добрые слова. Вот, храни тебя Бог, сынок. Участвуют в сборе гуманитарной помощи и целыми коллективами. Одни из самых активных – представители Владимирской городской организации профсоюзов работников народного образования. Помощь собирали педагогические работники, работники детских садов, школ, учителя, воспитанники детских садов, участие еще школ. И бесконечным потоком приносят ее к нам, городскую организацию профсоюза. Поступает в этот пункт сбора помощи от жителей из других районов региона. Также житель Коврова закупил для мобилизованных бойцов средства связи, тактические перчатки, разгрузки. А один из пасечников передал более 20 килограммов меда. Пункт сбора Народного фронта продолжает работать по адресу город Владимир, Электроприборовский проезд, дом 2.